времени суток, уважаемые любители футбола. 35-й выпуск на всех парах несется к вам. 35-й выпуск передачи «Южный полюс», надеюсь, уже любимый. Сегодня с вами Роман Алтыхов, как обычно и как необычно. Олег Цыпляев, как вы уже успели заметить. Георгия Богуса, к сожалению, сегодня с нами нет. Защищает диплом, важное дело. Да, давайте пожелаем Георгию удачи. Ну, или на крайний случай скинемся на солдатские сапоги. Ром, из чего хотелось бы начать наш сегодняшний выпуск? Все, кто имеет отношение к Южной Лиге, у нас случилось историческое событие. Обе наших сборных вышли в финал четырех. Это действительно знаменательное историческое событие, это стоило отметить в данном выпуске. Да, безусловно, об этом стоило поговорить. Игроки, тренеры, болельщики, все у нас должны просто радоваться этому результату, мне кажется. Еще не максимальному, разумеется, но тем не менее. Действительно историческое событие для Юга, и давай коротенько так вспомним, как же это удалось нашим командам. Для начала еще раз акцентируем внимание и напомним, что в этом году пришли новые тренеры в обе сборные. Виктор Пинаев возглавил основную сборную, а Кирилл Поярков и Дмитрий Димов развивают нашу молодежку. И, в общем-то, во многом это заслуга действительно тренеров. Так, о раскладах. Вкратце, основная сборная у нас пробилась в финал четырех еще перед заключительным шестым туром. Заняли они первое место, гарантировали себе это первое место, одержав 4 победы, одну ничью и единственное поражение допустив в вот последнем шестом туре, уже ничего не решающем, в общем-то, матче. Ну и что касается молодежки, тут все было гораздо сложнее. Перед последним шестым туром у нас была борьба, очная борьба с командой Юго-Востока, с которой как раз и пришлось встречаться. И Юго-Восток обходил нашу команду на одно очко, и нашим ребятам нужна была только победа. Они вышли максимально заряженные, они сделали потрясающий результат, 7-2 счет финальный. В общем, сделали все, чтобы пробиться в финал четырех, с чем мы их поздравляем и радуемся вместе с вами, друзья. Дорогие друзья, уже 4 июня пройдут игры Кубка четырех. Давайте поддержим обе наших сборных, приедем, поболеем. Да, приезжайте на Сетунь Парк, обязательно поболейте, как говорил Алексей Евдокимов, для южных болельщиков уже зарезервирована трибуна на Сетунь Парке. Ну а сейчас давайте просто вспомним, освежим немножко в памяти, как прошли матчи на вот буквально прошедших выходных наших сборных. Фактически заключительная игра группового этапа сводилась в товарищескую, так как сборная Юга досрочно обеспечила себе выход с первого места, а сборная Юго-Востока забронировала за собой вторую строчку, независимо от результата игры Северо-Востока и Северо-Запада. Впрочем, даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации, сборная Юга начала матч активно, сходу создавая неплохие моменты у ворот Пирожкова, что в итоге привело к первому голу в матче на 18-й минуте. Суворов, который делал попытку технично пройти по центру штрафной, вовремя осознал, что его накрывает. Сумел развернуться и отдать пас на набегающего Адушева. И тот пушечным ударом вколачивает мяч в ворота. 1-0. Правда, радость болельщиков и футболистов южан была недолгой. Уже через 5 минут голкипер Юга Александр Поляков практически на ровном месте привозит себе желтую карточку и пенальти, который уверенно реализовал Гусейнов. 1-1. В концовке тайма южане упустили великолепную возможность вновь выйти вперед. Но сначала перекладина, а затем неточные добивания свели все на нет. А вот с началом второй половины Юго-Восток заиграл более активно, что пусть и не сразу, а лишь к середине тайма, но принесло свой результат. Сумев, благодаря хорошей комбинации, оставить неудел двух защитников Юга, Гусейнов вышел один на один с Поляковым, но попал в штангу. Однако на счастье Юго-Востока первым на мяче оказался Корнеев, который не промахнулся по пустым воротам. 2-1. Но и Юг сумел дать достойный ответ. Уже на следующей минуте быстро разыгранный штрафной окончился пасом на Пилипенко. Тот в свою очередь делает передачу на Суворова, который, переложив мяч с ноги на ногу, бьет мимо вратаря. 2-2. Но в этот день сборной Юга не везло. Очередной пенальти, заработанный в довольно простой ситуации, уверенно реализовал Гусейнов, оформив дубль. 3-2. И хотя времени отыграться у Юга было достаточно, Юго-Восток намертво закрыл все подходы к своим воротам и в конце концов поставил жирную точку в игре. На последней минуте матча в ходе контратаки Спиридон Цулая вывел Игоря Елина на рандеву с Поляковым, и тот пробивает голкипера, устанавливая окончательный счет в матче 4-2. В отличие от основной сборной, для молодежного состава сборной Юга пробил час X, как в частности и для их соперников. Юго-Восток опережал Юг на одно очко, и их устраивало как минимум ничья. Юг же шел ва-банк, так как только победный результат гарантировал им попадание в плей-офф. Само собой, мотивация была предельной. Естественно, никто из коллективов не стал лезть на рожон, так как в таком матче любая ошибка могла бы стать фатальной. Юго-Восток ограничивался в основном своими дальними ударами, а Юг так
моментов и не имел. Естественно, что первого гола в игре пришлось ждать очень долго, и он состоялся к огромной радости болельщиков Юга. Атака в два паса, ставшая полной неожиданностью для обороны Юго-Востока, окончилась пасом Дмитрия Погребнова на Александра Покидова и последующим замыканием 1-0. Если до конца тайма сборная Юго-Востока находилась в некотором смятении, то во втором тайме им потребовалось 2 минуты для того, чтобы сравнять счет. Игорь Бурцев совершил сольный проход, попутно накрутив защитника и пробил в нижний угол потерявшего позицию Алборова 1-1. Но пропустив гол, сборная Юга преобразилась. Команда начала творить такую комбинационно-голевую феерию, что казалось, что с каждым последующим голом оборона сборной Юго-Востока попросту перестала существовать. Сначала тандем Покидова и Погребнова сыграл в стенку, напрочь отрезав троих защитников и голкипера, что позволило Погребному закатить пустые ворота 2-1. Почти сразу же Быченко сумел побороться с защитником, принять навесную передачу от Клёпова и пробить мимо вратаря в дальний угол 3-1. Следом он же закатывает в пустые ворота мяч после того, как Королёв выцарапал игровой снаряд на бровке и сделал прострел 4-1. И еще через 4 минуты снова Быченко оформляет гол. После ошибки защитника гостей мяч был перехвачен и оказался на краю штрафной площади у Троненко, который сделал голевую передачу 5-1. Ну и вишенкой на торте для сборной Юга стал гол Александра Жижина ударом с лета в дальний нижний угол ворот 6-1. Что произошло с Юго-Востоком, непонятно. Команда перестала обороняться уже после третьего гола, а попытки хоть что-то создать в атаке выглядели совсем беззубо. Гости проигрывали по всем фронтам, и шансов на спасение уже не оставалось. И даже гол, забитый Гусейновым с пенальти, не стал минимальным утешением. Да и к тому же Юг явно желал, чтобы последнее слово в матче осталось за ними, так как уже буквально на последних минутах игры, убежав в атаку 3-1, Быченко пробивает вратаря и делает покер, а финальный свисток фиксирует окончательный счет матча 7-2 и знаменует историческое событие – попадание обеих сборных на финал четырех. Ну что ж, вернемся к нашим реалиям. Все-таки 26-й тур у нас отгремел уже в высшем дивизионе, и вот что мы хотим рассказать о прошедших выходных. Начну я, наверное, с «Империала». «Империал» у нас переигрывает команду «Носороги» со счетом 4-0 в сухую и продолжает свою борьбу за шестую позицию с командой «Трафцабурова». Тем не менее, на самом деле, сложно представить, что «Империал» сможет зацепиться за эту шестую строчку, потому что календарь у команды предстоит очень непростой. Еще предстоит встретиться с «Росошью», с «Русультрасом» и «Торпедо», в то время как Сабурова, помимо матча следующего тура «Стройка региона», о котором мы поговорим чуть позже, предстоит сразиться с, ну, скажем так, менее опасными все-таки командами «Штурм», «Волхонка» и «Дуслар». Кантемировский фронт, начав достаточно тяжело, все-таки к концу матча одолевает «Медину», которая весь матч играла в меньшинстве, одерживает победу со счетом 6-2. «Русультрас» не без труда побеждает «Волхонку» со счетом 5-2, но стоит отметить, что подопечные Павла Боттова проигрывали по ходу матча. Да, оба этих матча, в принципе, связывает то, что вроде бы явные фавориты по ходу матча это проигрывали. Несомненно. «Иствуд», «Трафцабурова» и «Штурм» у нас не замечают своих соперников, сносят на своем пути просто «Нахим», «Атлетик», «Аргус» и «Сбербанк» соответственно. Ну и в центральной встрече прошедшего тура между «Торпедо Сити» и «Тройка регион» была зафиксирована ничья 1-1. Очень интригующий результат в плане турнирной таблицы, в которой нам точно стоит вот прямо сейчас заглянуть, мне кажется. А у лидеров очень много перенесенных матчей. И самое главное, что стоит знать в борьбе за золото, так это то, что для победы «Россоши» стоит не только побеждать во всех оставшихся матчах, но и ждать отсечки от «Тройки регион». Ну а «Тройки» для того, чтобы взять золотые медали, достаточно просто побеждать во всех оставшихся матчах, и победа будет автоматически. Да, ну вроде бы кажется, достаточно побеждать во всех матчах так легко звучит, но на самом деле это будет достаточно трудно, учитывая календарь «Тройки регион». «Русультрас» и «Иствуд» у нас также выдают небезынтересную борьбу в концовке сезона. Как мы знаем, самое яркое и жаркое дерби у нас между этими командами, но сейчас напряжение и в турнирной таблице между ними велико, скажем так. Равенство по очкам между этими командами сейчас. 2 матча в запасе у «Русультраса», 1 у «Иствуда». Обе команды еще должны провести, доиграть свои встречи против «Тройки регион». Но что-то мне подсказывает, что ответ на вопрос о том, кто будет выше, мы узнаем только в 29-м туре, когда состоится вот то самое яркое, жаркое, горячее и, безусловно, очень интересное дерби Южной лиги между «Иствудом» и «Русультрасом». Ну что ж, друзья, давайте перейдем к обзорам прошедших выходных. «Торпедо Сити» и «Тройка регион» встречались между собой в рамках 26-го тура высшего дивизиона. «Торпедо» имеет приличное отставание от лидеров и неплохой отрыв от расположившегося следом «Русультраса».
Что же касается тройки, то они расположились на втором месте, но имели в запасе перенесенные игры и выходили бы на первое при удачных результатах этих матчей. Видимо, вспомнив предыдущий матч этих команд, когда первого гола пришлось ждать 45 минут, и в этой встрече игроки не стали торопиться и играли очень аккуратно. Первый момент возник на 15-й минуте. Григорий Мороз выдал передачу на Эдуарда Томашкова, тот в одно касание скинул на Александра Богомолова, ну а тот, в свою очередь, пробил так, как он умеет, очень плотно и точно. Павел Гуреев вроде бы достал этот мяч, однако снаряд предательски проскочил под рукой и залетел в ворот. 1-0. После этого эпизода игра немного оживилась, у тройки стали получаться более опасные моменты. Клим Ландин отметился ударов, а Артем Семенов после прекрасной комбинации попадает в штангу. Торпеда на это отвечает сольным проходом Григория Мороза со своей половины поля и ударом, прошедшим рядом со штангой. Картина игры не сильно изменилась и во втором тайме, хотя торпеды выглядели чуть активнее поначалу. Григорий Мороз имел два хороших момента. Его удар отразил голкипер, а на последующем угловом он был первым на мяче, однако не попал в створ. Тройка продолжала создавать моменты у ворот Александра Степанова, с которыми голкипер справлялся достаточно уверенно. Ни удар Артема Семенова, ни Сергея Салькова, ни Клима Ландина не привели к взятию ворот. Однако голу все-таки суждено было случиться. Яков Суворов принял мяч на краю штрафной, убрал защитника и пробил. Этот удар был бы не столь опасным, если бы не приключилось сразу два рикошета об ногу Дениса Ботоногова и о плечо Клима Ландина. Тем не менее, мяч в воротах и счет равный – 1-1. Оставалось порядка 10 минут до конца матча, и вот тут команды начали включать полные мощности в надежде вырвать победу. Для начала Даниил Николаев упускает вернейший момент. Подача от Богомолова находит нападающего, и тот бьет головой. С ударом справляется Павел Гуреев. Однако добивание в исполнении все того же Николаева голкипер уже не отбил бы, но, увы, форвард попадает в перекладину. Затем Артем Шаров упускает отличную возможность, не попадая в створ после прострела Клима Ландина. Последние минуты превратились в настоящий штурм в исполнении игроков тройки, и в этой ситуации проявил себя голкипер торпеды. Ну а самый верный момент имел Артем Семенов. Уже на последних минутах тройка разыграла очередную прекрасную комбинацию и вывела на удар капитана, который отправил мяч мимо ворот. 1-1, ничья в этом жарком матче, и ситуация в верхушке турнирной таблицы оживляется. Матч Русультраса и Волхон Кизил, казалось бы, не предвещал особой интриги, ведь команды в данный момент расположены в разных частях турнирной таблицы и показывают разную по качеству игру. Тем не менее, встреча выдалась крайне интересной. Русультрас начал так, как и подобает фавориту встречи, с острых атак. Одна из таких атак достаточно быстро привела к взятию ворот. Максимов прострелил в штрафную, где здорово за мяч поборолся Гугуев, отпасовал обратно на Максимова и тот пробил. К несчастью для гостей, на пути оказался Денис Ефремов, который срезал мяч в свои ворота. Волхонка ответил на этот гол несколькими подходами. Активнее всех выглядел Владимир Абросимов, два удара которого заставили потрудиться голкиперу Русультраса Максиму Чушкову. Второй тайм начался так же, как и первая половина встречи, с активных действий Русультраса. Александр Рамжаев был близок к голу, однако его дальний удар парировал Евгений Гарипов. И вот здесь в игре все перевернулось с ног на голову. Отличная контратака, которую начинает Николай Немировский, поддерживает Абросимов и заканчивает все тот же Немировский, заканчивается взятием ворот. А затем вновь Абросимов, подобрав мяч в центре поля, уходит от Рамжаева, закидывает на оставшегося в одиночестве штрафной соперника Евгения Дударева, и тот расстреливает голкипера Русультраса, и Волхонка уже впереди. Хозяева сразу же взяли ситуацию под контроль и уже через пару минут вновь сделали счет равным. Первый удар Кирилла Григорьева попал в штангу, а вот второй, который успел подправить Владислав Быченко, попал в сетку ворот. 2-2. А еще через несколько минут Русультрас возвращает свое преимущество в счете. Вновь Григорьев отважился на дальний удар и преуспел в этом. 3-2. После такого удара оправиться достаточно тяжело, и Русультрас пошел добивать своего соперника. Отличные моменты не реализовали Григорьев и Максимов. Ну а в следующей комбинации отлично сыграл Владимир Котлов, уложив мяч в дальний угол. 4-2. Точку в этом матче поставил Дмитрий Погребной, получивший передачу в штрафной от Дениса Налейкина и поразивший ворота Волхонки в пятый раз. 5-2 – финальный счет матча, в котором Русультрас добывает не самую простую победу. Поговорим теперь о предстоящем 27-м туре. Тут, наверное, самой ожидаемой станет встреча между командами «Тройка регионы» Трафт-Сабурова.
еще один шаг на пути к своему чемпионству может сделать тройка регион. И, наверное, сложно поверить в то, что ребята из Сабурова смогут что-то противопоставить серьезно Гранду Южному. Последнее время в матчах с лидером Трав Сабурова выглядит, ну, скажем так, не очень хорошо, не может добиться положительного результата и всегда не хватает совсем немного, как, например, вот в недавнем матче с Россош. Но, с другой стороны, Ром, не забывай, что тройке предстоит очень важная игра с Гефестом, ответная в Лиге чемпионов, где должны быть брошены все силы, так как шанс есть, пусть и проиграли 5-2 дома, но шанс есть, и нужно победить с разницей в 3 мяча. Да, минимум 3 мяча надо будет там, минимум в 3 мяча надо будет там выигрывать. И на самом деле интересно будет посмотреть, как распределить силы тройка региона, на что все-таки будет упор. Ну и хорошо, наверное, что матч высшего дивизиона все-таки будет в пятницу, немножко пораньше, чем обычно. Что касается остальных встреч, Империал и Россош, еще один безумно интересный матч нас ожидает. Империал выступает просто отлично, набирает очки по ходу этого сезона. Да, и для дебютанта этого сезона они выглядят, ну, на самом деле, очень классно, забрались в шестерку сейчас. Россош же за этот сезон действительно выросла, как мы уже неоднократно говорили, и выглядит весьма серьезным соперником для любой, на самом деле, команды, как для Южной, так и, мне кажется, в Еврокубках выглядел. Штурм сыграет перенесенный матч с Русультрасом в субботу, а уже в воскресенье оба этих коллектива проведут свои вторые матчи. Русультрас сыграет с Дусларом, а Штурм проведет встречу против Торпедо. Разговор о первом дивизионе, пожалуй, начнем с команд, которые проводили по два матча в эти выходные. Алани и Звери сыграли свой перенесенный матч, в котором сильнее были хозяева. Со счетом 5-2 выигрывает Алани и забирает здесь 3 очка. Что же касается вторых матчей этих команд, то здесь в текущем туре Алания проигрывает Легиону со счетом 3-7, несмотря на то, что по ходу матча выигрывала эта команда 3-0. Ну и Звери скромно выигрывают у Парфора со счетом 2-1. Одним из самых ярких, интересных, драматичных матчей этих выходных стала встреча между командами Discovery Развилка. Очень долгое время команды атаковали ворота друг друга и уже были фактически готовы разойтись миром, но на последних уже секундах матча спокойствие нарушил Андрей Афонин, забивший шикарнейший гол, который наверняка войдет в топ. Да, я думаю, такое вполне возможно. Young Boys у нас допускают вторую осечку подряд, 4-4 с Тиросом на этот раз, и для синих этот матч омрачился удалением голкипера Никиты Кудрявцева, но тем не менее отметим, что даже в такой ситуации команда смогла свести этот матч к ничейному результату. Ну и, к нашему сожалению, огромному сожалению, прерывает свою семиматчевую серию без поражений команда «Бадр». Уступили они «Фортуне» со счетом 4-3. Абдулкадыр Гаджиев оформляет второй дубль подряд. Кадр Боев поддерживает своего товарища голом, но этого оказалось мало. «Фортуна» смогла ответить дублем Игоря Кокорникова, голом Максима Владимирова и реализованным пенальти Михаила Гоголева. Да, странный матч в том плане, что обе встречи «Фортуны» с «Бадром» закончились с одинаковым счетом 4-3 в пользу «Фортуны». Ну, надеюсь, что это единичная осечка, на самом деле, для команды «Бадр». В таблице же у нас совершенно четко обозначились уже зоны борьбы на оставшуюся часть сезона, мне кажется. Разумеется, это борьба за первую строчку между командами «Old Friends» и «Легион». Борьба за третье место между «Pro Vercelli» и «Young Boys», которые за счет последних своих результатов несколько подотстали от своих конкурентов. Будет также жарко и в споре за пятую строчку между «Ральфом» и «Дискавером». Но все равно самая плотная группа у нас сейчас находится в середине турнирной таблицы и сражается за седьмую позицию. Здесь «Алани», имеющие на матч больше, чем остальные, опережает «Развилку» на 3 очка и «Тирос» на 2 очка. Ну а «Звери», у которых относительно «Алании» 2 матча в запасе, отстают на 7. То есть, вы понимаете, при определенных раскладах мы можем увидеть просто потрясающую борьбу и всего 1 очко разницы между 4 командами сразу. Ну что ж, Ром, стоит перейти к обзору? В последнее время с «Дискавером» происходит нечто странное. Так как команда играет неплохо, владеет инициативой, но при этом результат отрицательный. Не стал исключением и матч с «Развилкой». Последние хоть и шли ниже номинальных хозяев, да и звезд неба не хватали, но при этом в обиду себя тоже не давали. Суммируя эти факты, а также отрицательную результативность «Дискавера», выходило, что фаворита в матче как такового нет, что делало встречу гораздо интереснее с точки зрения интриги. Активно начав матч, «Развилка» уже на 4-й минуте встречи организовала первый гол.
Сумев принять и обработать передачи с глубины поля, Якунин не стал отдавать передачу на открытого Корягина, а сам накрутил защитника и пробил в дальний угол. 1-0. А еще минуту через три мяч снова трепыхался в сетке ворот Дискавера благодаря шикарно исполненному штрафному от Циклаури. 2-0. Казалось, такое мощное начало игры выбит Дискавер из колеи, и развилке останется только довести встречу до закономерного. Однако, две собственные ошибки в обороне свели преимущество в два мяча на нет. Сначала никто из защитников развилки не закрыл Заикина, который замкнул передачу Радько, а затем Дуплей сделал передачу на совершенно открытого Савина, который практически в упор стрелял голкипера. 2-2. На все про все Дискаверу потребовалось 3 минуты. Но хоть инициатива и перешла к Дискаверу, концовка тайма осталась за развилкой. На последних минутах половины матча Горшенин, обработав брошенный мяч Саута, отдал пас на Корягина, и тот в касание отправляет Круглого в дальний угол ворот. 3-2. Во втором тайме Дискавер пошел ва-банк и переключился мощь на атаку. Но снова реализация подвела команду, так как в некоторых моментах простого попадания в створ было бы достаточно, чтобы был гол. Но развилка продолжала держать оборону и, кроме того, сама могла забить благодаря нескольким опасным контратакам и штрафным ударам. Но Дискавер своего таки добился. Ближе к концу игры Игорь Бакулин, принимая мяч из центра поля, в борьбе с защитником уже в падении успел отдать пас на Холодного, который катнул мяч в противоход вратарю. 3-3. И Дискавер вновь пошел вперед, открыв второе дыхание. Развилка держалась из последних сил, и лишь самоотверженные действия Чинукаева спасали команду от неминуемого гола. Но даже и он не мог спасти команду, забей Дискавер на последней минуте. Удар и серия добиваний окончились ничем, и в итоге за это Дискавер был наказан. Контратака развилки закончилась аутом на Афонина, который финтом переигрывает защитника и пробивает вратаря. И вот уже времени отыграться у Дискавера попросту не осталось. Развилка побеждает 4-3. Ну что ж, друзья, гость в этот раз из первого дивизиона, гость, которого мы просто должны были позвать, кого-то из этой команды. Команда «Бадр» у нас сегодня представлена игроком Элимом Таларовым. Привет, спасибо, что пришел, как добрался? Привет. Добрался с трудом, в последнее время какие-то невообразимые пробки в Москве. Я съехал с Химоку, 62 почти. Лето начинается, все становится сложнее, да. Слушай, ну давай начнем разговор с командой «Бадр» и вообще с историей этой команды. Насколько я понимаю, всего лишь 2 года этому коллективу. И, собственно, вопрос, как он образовался? Я так понимаю, что как дубль Медины, да? Изначально, да. То есть, даже я бы сказал, дубль Медины и Мекки, наверное, потому что у нас игроки, которые не проходили там состав, не хотели играть. Uh-huh. Предложили идею сделать команду в третьей лиге, так как в третьей лиге есть вакансии. И решили вот сделать команду, которая бы давала игровую практику тем игрокам, которых не хватает. Назывались в прошлом сезоне, если я не ошибаюсь, вы «Ума», да? Да. А почему переименовались и вообще с чего пошло это название «Бадр»? Как так вышло? Вообще изначально хотели так назвать, на тот момент просто были некоторые споры, поэтому отложили на сезон это название. Поэтому в этом году так вот. Ну хорошо, а расскажи тогда, кто у вас был, собственно, инициатором создания этой команды? То есть просто все игроки собрались и сказали, что мы хотим побольше времени, поэтому нужен дубль. Или кто-то конкретно? У нас есть вот из этих сейчас уже получается 3 команд личности, которые давно в командах. Скажем так, руководители каждой команды, общий один руководитель, Дамир. И исходя из коллективного решения, мы принимаем какие-то общие выводы, делаем. Угу. Слушай, ну не могу не спросить, у вас всегда на бровке, когда идут ваши матчи, очень жарко, каждый хочет и пытается подсказывать. А все-таки какое распределение ролей? Кто у вас капитан на поле, кто у вас капитан команды, да, там, отвечает капитан за организационные команды вопросы? У нас вратарь наш, Рашид. Непосредственно тренер и, скажем так, распределяющий все роли – это Халил. Он является игроком Медины, но так как у него травма, он пока не в деле, скажем так. Поэтому вот старается помочь здесь своим опытом, поделиться и что может делать. Слушай, ну еще такой вопрос, на самом деле, немножко непонятная ситуация с тем, что вроде как основывались как дубль Медины, и игроки, в общем-то, все друг друга знают, да, и все, в общем-то, в одной команде, но, тем не менее, заявка у вас раздельная, и вы вот сейчас, когда Медине, например, нужна помощь, ну, реально нужна помощь, потому что плохо ребята собираются в последнее время, вы помочь фактически не можете, почему так? Вообще, с
сама идея сделать три команды была изначально хорошая в том смысле, что в начале сезона всегда желающих на каждую команду чуть ли не по 25 человек, а в ходе сезона остается, вот как вот сейчас, вот там еле-еле на состав 7-8 приходит, дай бог, не в минус один. Исходя, скажем так, уже из опыта последних лет, мы все-таки решили, следующий сезон забегу, решили все-таки сделать две команды, потому что тот же Север, я скажу, на голову выше, пока что в игровом плане. Юг старается как-то их догнать, но все равно там количество команд на хорошем уровне, достаточное количество. И в момент, когда переходили на Север, там образовалось вакантное место, были игроки, которые смогли бы составить конкуренцию там и Терминатору, и Гефест, и так далее. Но по ходу сезона они кто куда там контракт подписал профессиональным клубом, кто-то вообще там уехал, кто-то там по семейным обстоятельствам, у кого травма. В общем, в итоге сейчас там осталось последнюю игру, они вышли вообще в шестером, и народу практически нету. Они ушли, на их место пришла Медина, и вакантное место, не готовое совсем, заняла Ума, ныне Бадер. Потому что по прошлому сезону, могу сказать, я там небольшую часть провел, команда не готова была даже для третьей лиги. И в такой игровой форме, скажем так, с таким набором игроков выступать в первой лиге было изначально провальным решением. Может быть, в какой-то мере. Ну, то есть мы оказались загнаны сами собой. Слушай, ну где сенсация-то будет? В итоге вы откажетесь от какой команды? Мы от Севера откажемся. От Севера, да? Да, потому что, ну не то, что откажемся, мы там выступаем, закончим сезон до конца и сделаем две сильные команды на юге. Это не может не радовать на самом деле. Ну, действительно, да. Слушай, сыграли вот в третьем дивизионе, а как получилось, что попали сразу в первый? Ну, вакантное место Медина. Просто да, из-за Медины. Да. А насколько состав у вас поменялся после прошлого сезона? Вообще вы как-то готовились или нет, получилось так, не что... Нет, не готовилась. Помимо того, что не готовилась, она не готова к первой лиге была вообще. То есть команда играла, по сути, потому что надо играть. Как будто знали, что эта ситуация будет. И это самое, чтобы сохранить место. Поэтому первый круг, он оказался очень провальным. В том плане, что да, действительно не подготовились. Все практически позиции остались без усиления. Есть люди, но без футбольной школы, с каким-то футбольным пониманием. Поэтому вот первый круг вот такой был. Ну, не могу не задать следующий вопрос. Да, ты уже сказал, начали достаточно провально. Там и серия из поражений была, и, по-моему, набрать очки первый раз только в восьмом туре удалось. Но, в принципе, это не так важно. Важно знать, а какие задачи-то перед командой были. То есть вы изначально закладывались на то, что это нужно... Нужно отыграть этот сезон просто, чтобы сохранить вот за собой место, скажем так. Как таковой задачи не было, то есть поставили перед фактом людей, что вот, ну, были в третьей, играйте в первой. Надо играть, да. Играйте в первой. Там выходить на каждый ближайший матч и стараться играть как можно лучше. А так, например, как вот в том году той же Мекки, Вышки, там, или позапрошлой тоже, всегда ставилась задача там, выйти в Еврокубки. Там чуть-чуть не хватило позапрошлым, там буквально концовку как раз таки вот из-за людей нам мы проиграли важные очки. А в том году то же самое, концовку провалили. А тут конкретно задачи не было. Не сохранить место, не выйти, не болтаться, ничего в общем. Надо было просто сыграть в футбол. Понятно, понятно. Ну, такой вот вопрос еще. Давай поговорим все-таки о более приятном, да? Беспроигрышная серия прекрасная, которую демонстрировала команда «Бадер» и которая нас, собственно, вдохновила на то, чтобы о вас больше гораздо говорить, действительно.
С чего все началось? Потому что особых трансферов мы не видели, если честно, да, каких-то усилений. Как получилось так, что вот вы смогли переломить свой плохое свое начало сезона и выдать вот такую вот серию? Ну, трансферов было несколько. Я по ходу сезона добавился где-то с Old Friends, наверное, первую игру я сыграл. Мы 2-1 проиграли. Ну, достаточно хорошую игру показали. Потом еще одного игрока мы в нападении добавили, который сыграл 5 игр, 5 забил. Просто у него не всегда получается приезжать, но так нападающий хороший. Непосредственно сам тренер, который внес в команду дисциплину, порядок. Ну, вот это одно из самых важных, наверное, да? Вот это оказалось, наверное, ключевым решением, потому что 2-3 игрока – это не такое сильное усиление, чтобы команда могла там на протяжении 8 игр без поражения идти. Готовились к каждой игре непосредственно. Спасибо медиа ЛФЛ, потому что разбирали и свои матчи, и чужие, как бы готовились к каждой игре, смотрели соперников, смотрели свои ошибки там по видеообзорам. Вот столько матчей, я не знаю, я и на севере, на западе, везде играл, столько матчей, наверное, нигде не показывают, чтобы... Я имею в виду именно со всех лиг, из первой, из вышки, там иногда даже второй лиги, получается, матчи показывают. На севере в этом плане там легион у них приоритетом идет, потому что это команда в спорте. И какие-то центральные матчи снимаются, все, остальные как бы не удел. Все платят одинаково. Играют на одних условиях, но почему только лидеров показывают. Тут в этом плане действительно большое вам спасибо. Есть возможность и на себя посмотреть, и на соперников. Там не только высшую лигу, где там играют, скажем так, у нас звезды. Ну тут, наверное, надо сказать спасибо командам, потому что у нас частенько и во вторых дивизионах получаются настолько жаркие матчи, что не показать их просто стыдно. Они-то есть везде, но додумались до этого только вы пока. Ладно, слушай, ну вернемся к теме вот переломного момента. Расскажи, есть у тебя мнение или, может быть, командное мнение, какой матч действительно переломным в этом плане был? Может быть, с Old Friends, который все-таки проиграли, но показали классную игру. Old Friends был переломным в плане того, что мы смогли сами себе показать, что можно играть и с первым местом. И крупно проигранный матч с Легионом, наверное, тоже был переломным, потому что мы вот после игры с Old Friends вышли какие-то там, уже там, что мы что-то можем, что нельзя высоко поднимать голову, что нужно играть с любым соперником, стиснув зубы, потому что мы вот отошли от тактической дисциплины и в такой уже в расхлябанный футбол играли, и нам 8 мячей, да, это самый Легион напихал. И уже вот после этих двух матчей с лидерами, дальше мы уже как бы поняли, как нужно играть, и потихоньку набирали очки. Ну, то есть, вот благодаря тому, что ты говорил, у вас как-то после Old Friends появилась уверенность в своих силах, да, наверное. А после Легиона поняли, что, ну, нельзя нос высоко задирать, скажем так. Абсолютно верно. Ну, и так все и пошло, я так понимаю, да, и во многом тренер, да, я так понимаю, все-таки помогает. Во многом... Я бы сказал, и тренер, и командные сборы. То есть, как-то тренироваться и, например, наладить тренировочный процесс в любительском футболе очень сложно. Ну, это очень сложно, да, действительно. Потому что, ну да, один раз там ты потренируешься, два максимум, все. И то ты не соберешь тот весь коллектив, который будет играть. Не сделаешь каких-то командных упражнений, чтобы можно было в игре использовать. Поэтому мы, исходя из этого, решили раз в неделю собираться. И вот у нас, там, я не знаю, часа на 3, наверное, затягивается 4. Все эти разборы тактические, дисциплинарные. Серьезная подготовка. Да, поэтому я говорю, за отсутствием каких-то футболистов, там, которые могли бы это сделать, мы вот берем дисциплины, скажем так. Ну, кстати, про футболистов хотел я спросить. У нас в прошлом выпуске, если ты видел, попал ваш игрок в лице недели, Абдулкадыр Гаджиев. Я так понимаю, что заявили его, ну, если я не ошибаюсь, заявили его перед началом этого сезона в команду. Но вот до последнего момента он,
ну, скажем так, играл средний, а тут выстрелил. Что с ним случилось? Что произошло? Вот два дубля подряд. Как раз-таки, какой бы сильный игрок ни был в расхлябанной команде, он будет также расхлябанно играть. Хоть самого там, я не знаю, там Месси привези, не сыграет он в футбол, потому что все-таки результат делает команда. И каждый механизм работает на полную силу, когда есть командное взаимодействие. Поэтому, вот скажем так, уже он притерся к этой новой схеме игры, и действительно он может там и по два, и по три забивать, но чтобы эти игры были, скажем так, в том командном футболе, который мы стараемся сейчас показать. Потому что у нас нету индивидуальных личностей, которых там могли бы там игру вытащить там на одной технике и сумасшедшем дриблинге. Есть командные задействия, и начиная там с вратаря, защиты, полузащиты, то есть, ну, все как-то работают сплоченно. Ну, судя по тому, что ты рассказываешь, это все вот следует одно за другим, на самом деле, это очень здорово, действительно. Давай вернемся к нашему первому дивизиону, немножко о нем поговорим. Для нас, наверное, все-таки очевидно, что вы пытаетесь бороться за право остаться в этом дивизионе. С вашей точки зрения, я вот уже не уверен, что у вас стоит действительно такая задача. Но, тем не менее, до 14 места сейчас у вас 5 очков, до 12 – 10 очков. Это, в принципе, не такие большие разрывы. Ну и давай вот взглянем просто на календарь. У вас остались Чивас, Янг Бойз, Проверчелли, Дискавер, Звери, Кристалл и матч с Бенфикой, который техническая победа, соответственно. Как ты думаешь, где вы сможете набрать очки, сколько вы сможете набрать очков, ну, так, прикинуть просто в оставшиеся матчи, и сможете ли вы догнать реально своих конкурентов в борьбе за выживание? Задача стоит именно догнать. Задача максимум – это остаться без переходных игр. Минимум задача – это в переходные игры. Изначально, скажем так, вот переломный момент, когда мы начали играть, а не присутствовать в первой лиге, мы просчитывали каждый раз математические расклады, сколько в среднем команда набирает, сколько мы сможем набрать. То есть у нас было право на 2 поражения, 2 ничьи. 2 ничьи поражения у нас уже есть. Поэтому все очень сложно. Да, очень сложно. Есть право только на 1 поражение. Из первой лиги прям вот сильно выделяется эта команда Легион 14. И по игре они, я считаю, лучшие. И должны выйти, я думаю, с первого места. А с остальными со всеми можно играть. И будем стараться набирать по максимуму очков. То есть настраиваться на каждый ближайший матч и жить только этим матчем. Слушай, ну вот всего 5 очков, как я уже сказал, до зоны стыков, так называемой. А вы на всякий случай так, ну, в порядке, да, надо подготовиться. Не присматривались к командам, которые во вторых дивизионах сейчас идут где-то рядом вот со стыковыми местами? Я смотрел переходные, которые борются команды за переходные матчи. Я скажу, сохранить будет легче, чем с ними рубиться. Потому что команда, которая, скажем так, пусть она даже со второй лиги, но на ходу и все время побеждает, у них есть какой-то вот дух победителя, даже с дивизионом ниже. С ними играть намного сложнее, чем команда, скажем, более классом выше, но идет где-то там в конце турнирной таблицы в первой лиге, потому что они уже угнетены вот этим сезоном, они уже устали морально, и тяжело им нормальную свою игру показать. Ну, давай поговорим немножко о прошедшем матче. С Фортуной вы встречались. Для меня это было, на самом деле, очень странно, потому что оба матча с Фортуной прошли с одинаковым абсолютно счетом 4-3. Если в первом матче я как-то мог себе представить, что да, вот здесь Фортуна может набрать очки, то, честно говоря, перед вот прошедшим в эти выходные матчи я думал, что, ну, без шансов для Фортуны, думал я, если честно. Что случилось, что произошло? Ни в коем случае мы не недооценили соперника, то есть мы знали, в каком стиле играет, как с ними нужно играть, готовились к этой игре. Но была одна большая ошибка, которую ни один из нас не прочитал. Это был турнир в субботу, изнурительный, на почти 30-градусной жаре. Мы играли
был московский турнир при Республике Дагестана. Мы там и групповые, там 4-5 игр сыграли, потом финальные игры. В общем, ой. В общем, мы дико устали. То есть за один день, пускай даже там по 15 минут тайм, но 5-6 игр сыграть за один день – это очень тяжело в физическом плане. Ну, в общем, после этого рассказа, на самом деле, у меня вопрос просто отпадает. Да, и на самом деле мы даже не поняли. Хорошо, что у нас даже целый день был, наверное, если бы с утра еще хуже сыграли. Подходя к этой игре к вечеру, мы все-таки рассчитывали, что сможем. Но в игре самой вот, чувствовалась вот эта физическая усталость не в том смысле, что мы вообще никакие. Именно вот полметра где-то не добежали, полметра где-то там не хватило, чтобы просто в створ попасть, там чуть-чуть дотянуться до мяча до этого. То есть везде вот этот чувствовался вчерашний турнир, который мы сыграли. И вот где-то чуть-чуть, и в итоге нам вот этот 4-3 мы и проиграли. То есть, по сути, у нас были моменты, куча моментов. Мы себе могли столько не перевести, потому что в каких-то элементарных ситуациях, которые мы там более свежими делаем, тут уже чуть-чуть не хватало везде. Итог, мы проиграли 4-3. Да, опять же таки, это будет опытом для нас, что... перед такими, на самом деле, очень важная игра была, перед такими важными играми, что не стоит подобный турнир играть. Если бы это было где-то в середине сезона, где там можно, грубо говоря, пожертвовать там 3 очками, не страшно, это можно было бы сыграть. Но в данном случае мы допустили ошибку. Понятно. Слушай, ну ты сказал уже про матчи с Old Friends, про матч с Легионом, да, которые тебе запомнились. А есть такая встреча, которая вот эмоционально тебе запомнилось ярче всего? Вот я, например, могу привести в пример встречу вашу с Аланией, которая, ну, мне действительно очень понравилась. Есть у тебя такой матч? Очень хорошую игру мы с Ральфом показали. Действительно, вот, мне не к чему вообще придраться абсолютно. То есть, именно вот в игровом смысле это была наша лучшая игра. Я помню, в середине матча кто-то из ваших сказал такую фразу, что «Ребят, не расслабляйтесь в перерыве, ребят, не расслабляйтесь, потому что мы видели, как Ральф отыграл 4 мяча только что». Это как раз таки мои слова были. Да, вот ты был. Да. Не помнил просто. И мы до этого игру разбирали, и аналогичный сценарий был с Дусларом. Дуслар просто поверил в себя и решил, что игра сделана. И Ральф их наказал. Ральф такая команда, которая играет все 60 минут. Но могут и 90, я думаю. Мне кажется, 90 играли бы спокойно. Играют все 60 минут, независимо от результата. То есть им по барабану. Они выигрывают, проигрывают, ничего играют. То есть они всегда играют стабильно, ровно. Поэтому нужно было сохранить концентрацию до последней минуты, потому что они нам, даже проигрывая в 3 мяча, сделали навал, как будто они вот сейчас вот отыграются, и все, и решена игра. Вот даже на последней минуте, поэтому парни молодцы. Мы знали, к чему мы идем, и игру выдали шикарную. Вот она была вот в эмоциональном, игровом плане самая сильная. Это очень здорово. Такой еще вопрос у меня есть. Предположим, что остаетесь вы в первом дивизионе, неважно, как там выйдете, напрямую останетесь, да, или через стыки пройдете, останетесь. В следующем году увидим ли мы усиленную команду «Бадр», которая будет, может быть, бороться там за первые места в первом дивизионе? В следующем году, вне зависимости, какой мы будем лиге, команда усилится практически, можно сказать, на каждую позицию, потому что усилится и Медина сильно. Могу сказать за Медина, что как минимум за там первую тройку команда будет бороться, там серьезные игроки достаточно придут. А вернутся вот те игроки, которые выступали в начале сезона, да, например, да. Жентимир? Жентимир не знаю, потому что он на контракте, но уровни Жентимира игроки придут, и команда будет играть на хорошем уровне. И так же, как и у нас, я говорю, независимо от того, то есть у нас нет трагедии, если мы сейчас там вылетим во вторую, или мы останемся в первую там. То есть самое важное, что у нас есть, это коллектив. То есть мы никогда там не ссоримся, не кричим друг на друга, стараемся ровно сыграть.
Мы проиграли очень важную игру с Фортуной, которая, там, можно сказать, там, определяла нам выход в следующий, остаться, точнее, в дивизионе. Но не было там каких-то криков друг на друга, там, что там ты виноват, я виноват и так далее. От этого стараемся уйти, избежать этого. Самый важный коллектив, в каком бы дивизионе ни выступали. Поэтому никакой трагедии не делаем, даже если вылетим. Будем усиливать состав из второй первого ходить. Если останемся в первой, дай бог, в любом случае будем ставить задачу выйти выше дивизион, потому что игроки должны серьезно прийти. Слушай, ну ты говоришь про коллектив, очень много говоришь про то, что будете усиляться. А как одно с другим связывается вообще? Не будет ли у вас проблем? Мы не будем, вот хорошо. Ну, людей много на самом деле у вас в команде. Каждый человек команду подбирается вообще в ЛФЛ по игровым функциям. У нас это на втором плане, у нас смотрят на человека. То есть, если человек адаптируется к коллективу, там не будет каким-то сильным игроком, но выделяющимся и вне коллектива, то есть такой игрок нам не подходит. Надо, чтобы он влился, потому что ломает игру очень сильно это. Вот мы видим даже, у нас есть несколько человек, которые даже, я говорю, там, в третьей лиге, если отдельно их отправить туда, не заиграли бы. Но я говорю, но в коллективе показывают себя. Да, они показывают себя, они показывают свои, там, которые есть у них, сильные стороны. То есть они как-то по-другому преобразовываются. Поэтому в первую очередь это будет вот какой-то командный футбол, а потом уже индивидуальный. Понятно. Ну, прекрасная, на самом деле, очень интересная история. И очень хочется уже поскорее посмотреть следующий сезон в вашем исполнении. Под конец, как обычно, ты наверняка смотришь, знаешь, собираем мы мнение со всех наших гостей. Что, может быть, хочется улучшить в нашей работе, может быть, в работе лиги, если есть такое, или что-то не нравится, рассказывай сейчас. Я на юге уже 6 лет. Вообще у меня в ЛФЛ это 14-й сезон. Серьезно? Исходя из своего большого опыта, могу сказать, что именно в этом сезоне в плане и медиа, и организационном юг очень сильно прибавил. Есть чем сравнить. Я в течение передачи говорил, там, даже по сравнению с севером, то, что количество матчей, это не может не радовать. Позитивный момент. Хорошо было бы вам сделать вообще отдельную кабину, как если видели на Флотской. Ну, чтобы... вот есть возможность, на самом деле, что на новом стадионе так и будет. Чтобы вам было удобно как комментаторам сидеть и комментировать. Как матчи. Мы этого ждем. Потому что вот смотреть с комментариями футбол это совсем другое. У нас вот сейчас в первом круге там Мекка играла с той же легионом этим. И как там комментаторы просто... У меня младший брат там стоит в воротах. Какие у него восторженные были эпитеты в пользу моего брата, он там в это самое в тур попал еще, как лучший вратарь. И на это слушать это и смотреть, это совсем другое. Ну, очень приятно, да, на самом деле, конечно. Вот. Один момент. Значит, чтобы добавить можно было бы, конечно, немножко. Как сказал тренер наш молодой, для более возрастной группы передачи, то есть он говорит, там монотонно, скучно там, и так далее, он бы добавил что-то вот такого молодежного, там, веселого, да? Веселого, там, всяких там мемов, какого-то там из, может, большого современного футбола, какие-то там шутки, я не знаю, обзор каких-нибудь шутливый сделать. Ну, вот что-то такое, чтобы более веселая передача была. Я бы что изменил еще? Как ты говорил в предыдущей передаче, у нас с гостем, когда мы разговаривали, у нас, говорит, проматывают там. Есть такое, есть такое. До интересных моментов. До интересных моментов, да. Можно было бы действительно разделить, сделать, например, не там, сколько у вас там идет,
часовой, двухчасовой, там, ну, по-разному, да. Час-полтора, да, примерно. Да, разбить как-то вот по интересам, потому что действительно человеку с высшей лиги, по себе могу судить, мне интересно, что там даже первый творец, я не говорю там про вторую, третью. Это сидит под коркой в любом случае. Там. Мне интересно, играя в первой лиге, что там в вышке происходит, потому что я туда стремлюсь. И мне ни разу не интересно, что во второй, потому что я чуть выше. Я не хочу там их ни заслуги никак опускать, но так человек устроен, что он всегда вперед стремится. Вот. Можно было бы действительно разделить, потому что для людей высшей лиги там, посмотреть первую, вторую лигу неинтересно. Они хотят увидеть себя там, и своих конкурентов, что-то связанное с ними. Обзор голов, согласен, это вот общее, там действительно есть там, в первой лиге, как у нас тогда Радмир 9 пульнул. Да, отличный гол был. Да, там, возможно, во второй там какие-то сумасшедшие голы есть. Это интересно всем смотреть. А вот в плане разбора я бы сделал бы какие-нибудь там рекламу вставил бы. Вот до рекламы там высшая лига, там. До следующей рекламы первой лиги. Хороший вариант. Слушай, ну провокационный вопрос про нашу тему, про медиа-тему. Нам тут говорили несколько раз, что давайте как-то больше интересной аналитики, может, разберите какие-нибудь матчи. Как ты считаешь, вот в условиях нашего футбола это нужно? Очень. Я бы с удовольствием смотрел бы. Ну, учитывая, что это будем делать мы. Я говорю, там, ваша работа, я доволен. Я по сравнению даже с опытным Севером, и мне нравится смотреть эти передачи, и мы все практически матчи смотрим, там, связанные в первой лиге, то, что там ближайший соперник, через тур соперник, то есть мы это все просматриваем, и аналитику посмотреть, это было бы вдвойне интереснее, потому что аналитика в любом случае любой командой проводится, анализируется. А это если еще на готовом блюдечке. Если мнение со стороны еще какое-то, да, со будет. Со стороны тем более еще. Людей, которые видят лигу там, от сборной до второй лиги, это было бы еще шикарнее. Потому что у вас есть представление более объемное, чем у команд, которые смотрят там, на ближайшие своих, там, как у лошади. Только свое видят. Обязательно подумаем над этим и обязательно, я думаю, будем реализовывать такое. Ну что, друзья, на самом деле подходит к концу. У меня уже кончились вопросы, если честно, к тебе. Спасибо тебе за такой интересный рассказ. Ну и я действительно жду следующего сезона, чтобы посмотреть на вашу команду. И желаю вам удачи в этом сезоне уже. Спасибо, что пришел, и спасибо, что все рассказал. Спасибо, что позвали. Спасибо вам за хорошую работу проделанную. И надеюсь, в дальнейшем будет только лучше. А в следующем туре состоится матч, в котором может решится судьба всего чемпионата. Все дело в том, что столкнутся лбами Old Friends и Легион 14. Два главных претендента на первое место, можно сказать, единственные претенденты. Сейчас у команд 3 очка разницы, но у Легиона матч в запасе, так что теоретически мы имеем равное количество очков у команд. И стоит напомнить, что в первом круге команды выдали напряженнейший такой триллер с множеством моментов. И тогда минимальную победу одержали старые друзья со счетом 1-0. Да, но тот матч, мне кажется, можно уже забыть на самом деле, потому что команды уже совершенно не те, очень сильно изменились. Легион 14 у нас окреп, стал еще сильнее, стал еще мощнее, если это вообще возможно было. Что касается Old Friends, то ребята явно играют хуже, чем в первом круге, наоборот, в отличие от их предстоящих соперников. Поражение от Young Boys со счетом 4-0, от Pro Vercelli со счетом 4-2. Неуверенные победы над Чивосом, Зверями и Дискавером – это вот то, что было в последнее время. И это то, что позволяет нам думать, что в предстоящем матче все-таки Легион 14 будет фаворитом. Тем не менее, мы знаем, насколько непредсказуемыми могут быть встречи среди команд топовых, да, среди команд лидеров. И насколько непредсказуемыми могут быть встречи между командами первого дивизиона в частности. Поэтому, ну, как любит говорить Георгий Богус, бою быть. Ну и помимо этой встречи, в борьбе за пятую строчку сойдутся Ральф с Дискавером. Но, однако, здесь стоит отметить, что все-таки турнирный расклад на стороне собачников. Все-таки они впереди на 2 очка, и матч в запасе они имеют перед Дискавером. Но, тем не менее, для команды это очень важно, обыграть прямого конкурента.
Да, действительно важный. Если говорить о прямых конкурентах, то есть у нас еще один такой подобный матч. Звери у нас встретятся с Развилкой и наверняка постараются еще сильнее уплотнить ту вот группу, о которой мы говорили в середине турнирной таблицы, и сделать так, чтобы действительно мы разбирались, кто же все-таки взберется на седьмую, там, может быть, восьмую строчку, и кто же вырвется из этой плотной, очень плотной группы. Ну и самые интересные матчи второго А-дивизиона уже врываются к нам в студию своими неожиданными результатами. Итак, Эдельвейс продолжает свою неудачную серию, уже которая продолжается 7 матчей, при которых команда одержала лишь 2 победы при 5 поражениях. В этом туре благородные не смогли оказать сопротивление ребятам из 13-го района, у которых героем встречи, несомненно, оказался Константин Жуков, записавший на свой счет 2 гола и 2 голевые передачи. Да, поучаствовал во всех голах своей команды. Ну и совершенно этим фактом у нас не воспользовались ребята из ЦМС, которые ведут борьбу в турнирной таблице с Эдельвейсом. Проигрывают они достаточно неожиданно Тегерану со счетом 1-2. Ну и с таким же счетом Мирион у нас выигрывает у команды Дослар 52D. Последняя крупная победа Мириона, кстати, случилась еще в начале апреля, то есть, ну, достаточно давно, и продолжается вот эта длительная серия из таких неуверенных выступлений троянцев. Тут мы помним и 2-1 с Альбионом, 3-2 с командой Суворов и 7-5 с Анжи, и, конечно же, поражение от Вайтек. Да, кстати, и что касается Вайтека, знаешь, Ром, ребята отлично заряжены, все-таки... Серия уже из 8 побед, это достойно, это мощно. В прошлом туре, в прошедшем туре, команда одержала победу над непростой командой «Миллион» со счетом 4-2. Да, 8 матчей побед, это, конечно, сумасшедший результат. Ну, что касается немножко о грустном, да, как мы любим говорить, все-таки пытаются ребята из команды «Заморья» подать какие-то признаки жизни. Коллектив стабильно пропускает в последних турах минимум по 6 мячей, но если говорить конкретно вот о прошедшем туре Багреса Спацоли, помимо пропущенных мячей было 5 забитых, 6-5 закончилась эта встреча, так что возможно мы все-таки увидим хорошую концовку в исполнении команды «Заморья». Как мы уже отмечали, команда ЦМС не смогли обогнать Эдельвейс по турнирной таблице. По-прежнему между ними 2 очка. А вот Спацоли и 13-й район как раз сокращают свое отставание от ЦМС до 5 и 8 очков соответственно. Феникс и Миллионы по-прежнему на своих позициях, а Орион 06 достиг отметки в 35 очков. И теперь на пару с Миллионами отстает от Феникса всего на 1 очко. Тегеран за счет своей победы и осечки Дуслара 52 поднимается на 13-ю строчку, однако у коллективов по 30 очков. Вайтек потихоньку, но все же подбирается к Олимпику и уже не так уверенно выглядит преимущество бирюлевской команды. Всего 2 очка осталось между этими командами, а ведь на носу еще буквально вот уже вот-вот будет очная встреча, о которой мы чуть позже поговорим. Ну что, переходим к видеообзорам. В 28-м туре 2-го дивизиона А нынешнему лидеру команде «Мирион» предстояло побороться с командой из нижней части турнирной таблицы. Последние игры «Мирион» не мог уверенно расправиться со своими соперниками и наверняка надеялся сделать это в данном матче с «Дусларом». Начали команды достаточно резво, и уже на 6-й минуте в ворота «Дуслара» был назначен пенальти. К мячу подошел Андрей Аникин и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам – 1-0. А вот следующий эпизод явно не вписывался в планы «Мириона». Дамир Фехретдинов совершил сольный проход, защитники встретили его достаточно пассивно, и игрок сумел нанести прицельный удар, на который голкипер хозяев не успел среагировать. 1-1. Хозяева выглядели более активно на протяжении всего матча, отсюда и большое количество моментов, особенно во втором тайме. Здесь был и достаточно спорный эпизод с неназначенным пенальти после падения Анатолия Цилина, и совершенно непонятный эпизод, в котором игроки «Мириона» умудрились дважды не попасть по пустым воротам, и следующий за этим еще один промах по пустым воротам. И все же фаворит сумел увести 3 очка. В одной из последних атак, совсем незадолго до финального свистка, команда сумела забить такой важный мяч. Антон Володин навесил в штрафную, где эту подачу уже ждал Анатолий Цилин, головой забивающий победный мяч в ворота Дуслара 52D. 2-1 – очередная очень трудная победа «Мириона». Набравший отличный ход «Вайтек» принимал в качестве номинального хозяина команду «Миллионы».
С точки зрения психологии, данный матч был важен по сути только Вайтеку, так как команда имеет неплохие шансы не только на четвертую строчку, но и возможность побороться за третью позицию. В свою очередь, Миллионы борются сейчас за десятую позицию, и, соответственно, задача куда скромнее. Однако дать бой явному фавориту команда сумела. С первых же минут Вайтек взял инициативу на себя, и уже в первой опасной атаке попадание в перекладину ознаменовало собой скорый гол, который состоялся спустя несколько минут. Перехватив мяч после неудачной атаки Миллионов, Апоку Ебоа отдал пас на центр Климову, который, пройдя беспрепятственно до штрафной, прицельным ударом отправил мяч в дальний угол. 1-0. Но Миллионы сумели очень быстро наказать побежавший забивать еще Вайтек. В ходе контратаки Миллионов, благодаря двум диагональным передачам, Олег Политов вышел на ударную позицию и не оставил шансов голкиперу. 1-1. И если до конца тайма Вайтек хоть и атаковал, но забить не смог, то в начале второй половины встречи состоялся очередной гол команды. В затянувшейся было атаки Вайтека, Игорь Фролов сумел найти Руслана Садекова, и тот дальним ударом в притирку со штангой вновь выводит свою команду вперед. 2-1. Но и тут Миллионы смогли ответить. Через несколько минут атака команды завершилась угловым, и Андрей Лубиной спас Машашвили и последующего рикошета отправляет мяч за линию ворот. 2-2. Но тут Вайтек как будто прорвало. Команда всеми силами пошла вперед и устроила тотальный штурм на ворота Миллионов. Александр Марочкин крутился как белка в колесе, самоотверженно спасая свою команду раз за разом, и почти в этом преуспел. Но его старания свел к нулю мощный и точный выстрел со штрафного от Дмитрия Киселева в конце встречи. 3-2. И дабы окончательно добить оппонента, на последней минуте Вайтек убегает в контратаку, и Александр Климов забивает второй гол для себя и четвертый для своей команды, тем самым ставя жирную точку в этом противостоянии. Много вопросов решит у нас 29-й тур 2-го А-дивизиона. В частности, мы поймем, сможет ли Мирион наконец одержать уверенную победу во встрече с 13-м районом, или же мы вновь увидим борьбу лидера, такого немножко забуксовавшего, с середняком, который набрал ход. Тегеран активно пытается взобраться по турнирной таблице, а значит, на матч с Эдельвейсом, который не в лучшей форме, наверняка будут брошены все силы. И, наверное, сложно сейчас поверить в то, что по аналогии с матчем первого круга, в котором, если ты помнишь, Ром, Эдельвейс одержал победу со счетом 5-1, и тогда Илья Меркулов, оформил покер, случится то же самое. Да, вряд ли можно такого ожидать, учитывая нынешнюю форму команд на самом деле. Ну и ждет нас в эти выходные два прекрасных события. То, что так любит Георгий Богус, и то, что он любит называть сикс-поинтер. Настоящие сикс-поинтеры ждут нас в ближайшее воскресенье в количестве двух матчей. Вайтек и Олимпик, команды, о которых мы уже вскользь упомянули, сойдутся в споре за четвертую позицию. Если Вайтек явно поймал свою игру, как мы говорили, серии из 8 побед подряд, готовы продлить они эту серию явно, то бело-синие готовы ответить на это потрясающей просто результативностью. С начала апреля Олимпик забивает в каждом своем матче чемпионата минимум 6 мячей. Ну, еще одно подтверждение результативности этой команды. Все же вы помните, дорогие друзья, лидеров нашей бомбардирской гонки Алексея Зайцева и Александра Семенова из Альбиона. Так вот, нашлось чем ответить у Сергея Зябрева. Уже он возглавляет наш бомбардирский список. На его счету уже 40 мячей в этом сезоне, в этом чемпионате. При этом нельзя и отметить тот факт, что прошлый матч этих двух команд получился потрясающе интересным в плане интриги, очень напряженным, и закончился со скромнейшим просто счетом 1-0 в пользу Вайтека, да еще и с автоголом Михаила Нешумова из Олимпика. Ну что ж, а второй потрясающий матч, который поважнее будет все-таки, согласен, это согласен. Встреча за вторую строчку между командами Альбион и Русультрас 2. Сейчас между командами 3 очка, а значит, эта встреча будет крайне принципиальной. Борьба за вторую позицию, как говорится, в самом разгаре. Прошлый матч, в котором Русультрас проводил без своего лидера Дмитрия Старостина, закончился минимальной победой Альбиона со счетом 2-1. Вот, Ром, как ты думаешь, может быть, именно его не хватило тогда Русультрасу? Ну, на самом деле, все возможно. Основной нападающий, действительно. Но тут есть что противопоставить. Да, да, да. С другой стороны, у британцев есть Зайцев и Семенов, которые явно не намерены упускать первую строчку в гонке на лучшего бомбардира. Ну и основная цель, да, все-таки догнать Мирион, она еще все-таки присутствует у Альбиона. Да, наверняка. Сразу два неприятных результата поджидает нас во втором дивизионе «Б». Техническое поражение у нас получили команды «Черное солнце» и «Стандарт».
Но все же есть коллективы, которые превратили этот тур в весьма интересное событие. Анжи и Южная Окраина устроили у нас настоящую перестрелку. 5-6 закончился матч в пользу Окраины, у которой вновь отличается Денис Лукин, отметившийся хет-триком и прибавивший к этому две голевые передачи. А «Империал-2» продолжает набирать обороты. За последние 7 матчей у команды всего лишь одно поражение. К тому же в прошлом туре команда «Империал» в упорнейшей борьбе сумела одолеть «Север-Сити». Вот. Не обошлось и без удалений, конечно, в этом матче. Сразу два игрока «Севера» получили сначала желтые, которые впоследствии превратились и в красные. Это Дмитрий Ворожищев и Дмитрий Кириллов. И, кстати, для «Север-Сити» продолжается неудачный такой отрезок. За 7 матчей команда набрала только 6 очков. Да, ну продолжаем мы об этом говорить. К сожалению, ждем, когда из этого пике все-таки «Север-Сити» выйдет. Ну, тем не менее, поговорим все-таки о других матчах. Атилла у нас испытывает проблемы в игре с «Ратником». Однако все-таки добивается такой нужной, такой важной для себя победы в этом матче со счетом 4-3. Первая победа после 3 поражений подряд. Ну, безусловно, это должно как-то поднять боевой дух команды. А в турнирной таблице по-прежнему сохраняется отрыв в 3 очка между «Орионом» и «Южной окраиной». «Империал-2» у нас за счет своей победы сравнялся по очкам с «Анжи», теперь у команд по 37 баллов. «Факел» продолжает испытывать проблемы с серией из 8 матчей без побед и уже всего в 3 очках позади «Факела» находится «Нагатино». Да, ну и поговорим немножко о расписании. У нас в предстоящем 28-м туре, наверное, одной из центральных встреч станет матч между «Такси Ритмом» и «Орионом». Как мы помним, для таксистов игры с лидерами таблицы не очень хорошо удаются в этом сезоне. И, наверное, это последний шанс прервать данную тенденцию. Кодиак встретится с дублем «Империала». В прошлый раз команды выдали напряженную игру. И тогда «Медведи» минимально уступили со счетом 3-2. Но стоит отметить тот факт, что на тот результат повлияло удаление в составе «Кодиака». Сейчас обе команды подходят в достаточно хорошей форме, так что интрига будет серьезной. Да, согласен с тобой. Интрига также у нас будет в матче «Анжи» и «Атилла». Сойдутся эти команды в борьбе за 8-ю строчку. Между ними сейчас всего 2 очка, и «Анжи» в последних матчах активно навязывает борьбу даже лидерам дивизиона, в то время как «Атилла» вот только-только вышла из своей проигрышной серии. Ну и «Сибирь» встречается с «Нагатино», постараются хозяева в этой игре сократить отставание от своего соперника до 2 очков и приблизиться к 6-му месту. Уже в ближайшее воскресенье у нас «Тройка Регион» будет проводить ответную встречу против команды «Гефест» в рамках полуфинала Лиги Чемпионов. Как мы помним, к сожалению, закончилась первая встреча, домашняя встреча со счетом 2-5 в пользу «Северной» команды. И теперь нашему коллективу необходимо побеждать как минимум с разницей как минимум в 3 мяча, а значит задача стоит крайне сложная. Тем не менее, мы не сомневаемся на самом деле, что у «Тройки Регион» все получится, если эта команда будет играть так, как она умеет, навяжет сопернику свою игру и будет активно на протяжении всего матча. Все мы видели, как выглядит «Тройка Регион», когда играет в свой футбол, и с такой командой очень сложно бороться, мне кажется, любому сопернику. Ну что же, ребята, удачи вам, мы вас верим. Рубрика «Лица недели», без которой мы уже просто не можем обойтись в нашей передаче, на самом деле. Ведь традиция. Каждую неделю просто кто-то из игроков обязательно проявляет удивительное мастерство на полях Южной Лиги и показывает высококлассную игру, действительно. Я, с твоего позволения, Олег, начну. Начинай. Начну я с высшего дивизиона, с игрока высшего дивизиона. Первый игрок, о котором мы хотели бы рассказать и которого мы хотели бы отметить в этой рубрике, он успел провести целых 2 матча на этих выходных. Лучший бомбардир команды «Русультрас» Владислав Быченко в эти выходные сыграл невероятно продуктивно просто. Забегу немного вперед, сначала расскажу про воскресный матч «Русультраса» с «Волхонкой». Здесь он поучаствовал в одном из голов, причем, ну, на самом деле, в очень важный момент при счете 2-1 в пользу «Волхонки» после такого то ли прострела, но, скорее всего, все-таки удара Кирилла Григорьева, успел подставить голову. На самом деле, сделал то, что должен делать настоящий форвард. Он оказался в нужном месте, в нужное время, подставил голову и забил мяч в ворота, сравнял счет. Ну и помимо этого отметился еще и голевой передачей в этом матче. Неплохо так помог своей команде заработать 3 очка в чемпионате. Ну а теперь вернемся все-таки в субботу, когда играли у нас сборные, и Владислав у нас участвовал в матче молодежной сборной «Юга».
И на самом деле это какой-то бенефис просто одного игрока, если говорить честно. Потрясающе выглядел в этом матче. Пришел, вышел и стал делать свою работу. Во втором тайме за 8 минут оформил хет-трик. Потом добавил к этому голевую передачу на Александра Жижина. А после этого забил еще один гол, оформил покер в сумме в этом матче. В общем, ощутимый вклад в победу нашей команды. Ну и просто потрясающее выступление. Ну, как это говорится, пришел, увидел и забил. Да, да. Ну, а я хочу поговорить о другом игроке. Это игрок из первого дивизиона. Но для начала стоит маленький такой факт отметить, что на прошлой неделе было несколько таких команд, которые играли два матча в выходные, и одной из таких команд стала Алания. Причем показала себя с очень хорошей стороны, и в составе этой команды стоит отметить Калоева Батраза. Все-таки в матче с Легионом 14 наверняка сама Алания не рассматривала игру как положительный такой результат, хотя... Не закладывалась в данном плане. Да, хотя начало игры все-таки складывалось наоборот в пользу Алании. Команда вела со счетом 3-0, и Калой Батрас реализовал пенальти. Но в итоге команда проиграла 7-3. Но вот уже на следующий день в матче против «Зверей» Калоев Батраз вышел с совершенно запредельным настроем. И статистика 2 плюс 2. А в конце еще в матче сумасшедший просто сольный проход, который доставил настоящее восхищение как болельщикам, так и всем, кто был в округе и это видел. Все-таки это достойно. Да, согласен, более чем достойно на самом деле. Ну и поговорили про вышку, поговорили про первый дивизион. Давайте теперь про второй А скажем пару слов. Есть у нас и отсюда игрок. Кто-то может сказать, что Эдельвейс сейчас не в форме. Кто-то может сказать, что ну, не та эта команда, которая вот в первом круге рвала всех просто. 13-й район играл как раз с этой командой. И несмотря на все эти разговоры, которые могут быть, мне кажется, что для того, чтобы обыграть конкурента, который выше тебя в турнирной таблице, который на протяжении практически всего чемпионата выступал достаточно ровно и стабильно и играл очень хорошо, это очень сложно. Да? Обыграть такого конкурента в сухую еще сложнее на самом деле. Ну а поучаствовать в этой победе и поучаствовать во всех голах своей команды – это вообще какие-то чудеса. Нашелся у нас такой волшебник в команде 13-й район. Константин Жуков у нас поучаствовал во всех четырех голах своей команды. Дважды сам поразил ворота Эдельвейса и дважды еще выводил партнеров своими прекрасными передачами. Ну и на то он и лучший бомбардир на самом деле команды, чтобы вот так выходить и разочаровывать своих соперников своими голами, голевыми передачами и выигрывать матчи. Конечно, не в одиночку, командно, да, но тем не менее вложив в эту победу очень многое. Я, кстати, не удивлюсь, если у него еще отчество Георгиевич. Ну, а я поговорю про такого игрока, который уже завсегдата этой рубрики. Это Денис Лукин из Южной окраины. Уже, ну не знаю, уже не сосчитать, сколько раз он попадал в эту рубрику. И сколько раз мы вообще его упоминали в передаче. Да. Такой частый гость. Да. Вот. Ну, попал он в очередной раз благодаря своей восхитительной игре против Анжи, в котором его статистика была 3 плюс 2. Очень весомая и одна из самых наилучших среди всех тех, кто присутствует здесь. Да, ну и тут важно сказать на самом деле, что бывают игроки, которые забивают очень много, да, но это ну, реально проходные матчи. А бывают игроки, как Денис Лукин, которые забивают тогда, когда надо забить 6, чтобы победить 6-5. Главное важно. Да, очень важно это было. Ну и, друзья, закончить эту рубрику «Лица недели» мы хотели бы еще таким небольшим отступлением, можно сказать. Хочется поговорить о двух людях, которые не просто по этой неделе на самом деле отметились, а по всему сезону уже, и я думаю, что вне зависимости от дальнейших результатов, конечно, я говорю про тренеров наших сборных, Виктор Пинаев и Кирилл Поярков. Ребят, огромное вам просто человеческое спасибо. Я думаю, что от каждого игрока, от каждого представителя, от каждого болельщика Южной Лиги за то, что вы создаете такие классные команды, такие классные сборные, и за то, что вы добились этого результата. Реально, мы просто не могли про это не сказать и не упомянуть вас. Ну и
на самую концовочку я оставил самое интересное, разумеется. Друзья, лица недели, и вот поговорим мы о таком лице Южной Лиги, можно сказать. Несомненно. Да. Все знают, все уже видели поздравления наверняка. Иствуду исполняется 14 лет, 29 мая. Ребят, мы поздравляем весь ваш коллектив. От всей души действительно желаем успехов и процветания еще на протяжении долгого срока, безусловно. Ну и продолжать быть вот именно тем коллективом, который, ну, наверное, сейчас действительно выступает как лицо Южной Лиги, на который равняются другие коллективы, благодаря которому другие коллективы начинают заводить своих болельщиков, да? Ну и продолжайте в том же духе, друзья, с днем рождения вашу команду. Ну что ж, вот и наступает то самое печальное время, когда нам приходится прощаться с вами, дорогие друзья. 35-й выпуск, все рассказали, все показали, что хотели. Ну и были с вами Роман Алтухов и Олег Цепляев. Слушай, Ром, вроде пауза уже есть. Я фифу тут играл на днях. Можно я ребятам гол покажу, который я забил? Слушай, ну тут и без тебя красивых голов хватает. У нас же есть топ. Ну да. Take your best shot. Is that all you got?